полностью. Посмотрите, друзья, такого еще никто не видел. Такого еще никто не видел. Удачного года для нашей мандрагоры. Такого еще просто не было, друзья. Я в шоке, я просто шокирована. Вы посмотрите, это с одной стороны, спада низу. Я надеюсь, что батарейка не сдохнет. Я уже в шоке. Мама, берите меня обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это только на одной стороне. Так. 12, 13, 14, 15. Ай-жу-жу, ай-жу-жу, жу-жу-жу, жу-жу-жу-жу. И вот, друзья, наконец-то мы добрались до нашей любимой мандрагоры. Вот посмотрите, какие яблочки у нее уже образовались. Они не маленькие. И тут-то, вот смотрите, какие хорошенькие. Вот на некоторых местах, я вам потом покажу, они полностью сожрали вот эти вот кабаны. Полностью сожрали, а здесь хорошенькие. Вот это вот место, я беру координаты, я его запомню. Здесь очень хороший урожай мандрагоры. Вот, смотрите. Ай-жу-жу, ай-жу-жу, ай-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот что мы имеем, смотрите, друзья мои. Это будет не просто уберечь этот урожай. Но мы, конечно, постараемся. Сегодня у нас выход в лес, поскольку сегодня у нас воскресенье. А в воскресенье мы, как известно, не работаем, а только шляемся по лесам и отдыхаем. Ну и делаем вам, как говорится, комплимент. Ну, здесь мы можем наблюдать обильное цветение, друзья, куда ни глянь. Некоторые виды цветочков находятся в стадии бутонизации, а другие виды цветочков прелестно вот так вот уже раскрылись. Ну, все благоухает, заливает ароматом, друзья. Все цветочки, которые здесь у нас находятся, это чисто израильские эндемики. Ну, не израильские, мы уж не будем так, а, скажем так, средиземноморские. Сейчас мы еще посмотрим. Посмотрим еще плодообразование мандрагоры. Вот, например, дикие ноготки, да? Вот, пожалуйста, они растут прямо на земле. Вот календула обыкновенная. Вот и все. Так вот. Не надо никаких. Вот отцвел ирис дикий. Видите, уже отцвел. Это там с военной базы что-то передают. Это не мы, если честно. Всякие кашки, всякие ромашки. Вот так вот я вам покажу вот наши цветочки. Это просто чудо благородства природы. Посмотрите, друзья. Сама природа просит: люди, живите и размножайтесь. Не надо вот этого вот всего. Ну, вы сами знаете чего. Достаточно уже. Не делайте нам нервы, господа. Так, сейчас я направлюсь вон к тому вон дереву. Там большая, где я пела песню про осла. И сейчас мы там посмотрим. Пока идем по дороге, вот так вот снимаем. Мы очень любим цветочки, друзья мои. Те наши телезрители, которые на канале, обожают цветочки. И правильно делают. Кто обожает цветочки, тому будет хороший релакс сегодня. Вот такой вот фригийский василечек у нас. Ну, обычно, где эти васильки, очень много муравьев почему-то. Рядом календула. Вот дикая календула. Вот, друзья, узнаете? Вот. О-о-о.
это всякая такая шибушенция тут растет тоже. Вот настоящий этот самый ноготок. Кто интересуется, вот они ходят, собирают. Ну, вообще-то здесь запрещено все это рвать, но мы не собираем. Здесь, говорят, где-то большой ежик сдох. Ну, так мы туда не пойдем, а мы сейчас пойдем непосредственно к своему дереву, которое я вам обозначила перед этим. Посмотрите, друзья, какая прелесть. Это просто невыносимо. Ходите чаще на природу, и будет вам такой кайф, который вы не получите ни в одном кафе, ни в ресторане. Маки уже огромные сделались. Это уже последние. Это, собственно говоря, не маки, это анемоны. Но нам-то, как говорится, без разницы, лишь бы красиво было. Так, вот, друзья, огромное растение мандрагоры, где была исполнена песня про осла. Но то, что оно огромное, оно, как говорится... А, да, есть плоды. Ну, как говорится, немного говорится. Вот оно, видите? Я вам подробно все покажу. Вот, уже хорошие плоды. Ну, их немного, как на том растении. Ой, боже, вот эти поддубники, они такие колючие, просто невыносимо. Вот, видите, какие? Уже хорошенькие. Ну, в общем, у нас есть свои места заповедные, где мы что-то берем. Какие-то щелкают. Господи, каких тут только нет чудных. Боже мой, друзья. Боже. Чмякают, чмокают. Спокойно они не могут находиться в лесу. Вот так вот. Такая вот история. Журнал покажет наш. У-у-у-у. Это хорошенький. Вот так обчистить его немножко, чтобы на нем плесень не живелась. Так, вот еще один. Здесь, наверное, сколько мы видели? 6. Здесь вот 3 лежат. Вот они, 3 лежат, да? И тут у нас один какой-то был немножко... Ну, так вот мы его положим, видите? У него немножко вот так черешок поврежденный. Вот так вот его положим. А может быть, даже мы его вот так вот и положим, чтобы его не видно было. Вот так я все время маскирую от этих сумасшедших. Им же ничего, просто подергать и подергать за все ниточки. А у нас, друзья, нет такого, чтобы подергать. У нас все, как говорится, предусмотрено для хороших, важных дел. Ну, вот так вот. Следующая серия грядет. Coming.